Ага, вот этот. Ну, вот это, да? Угу. Тylko jest przyburzony, bo ta w tamtym jeszcze. Aha. Kluczyki bym musiał z domu przynieść tam. A to też tu jest. On kabriolet делает? Nie делает. Ага. Tu jest. Mhm. O, Cartier. Aha. To jest złoto, nie? 24-karowe złoto. Mhm. To jest Cartier i logo Lincolna, a w środku jest tabliczka z nazwiskiem pierwszego właściciela, dla którego był zrobiony, nie? A, to pierwszy władzielec. Tak. Pierwszy władzielec. A to jakiego roku? 75. 75-го года. Lincoln Continental. Угу. 75-го. А сколько цена его? 65 тысяч. Это само что там. 65 тысяч злот. То же самое. То, да? Самое. То же самое. 65 тысяч злот, это сколько евро будет? Евро 16 тысяч. 16 тысяч евро. Ага. А на 100 километров сколько бензин они едят? На 100 километров при деликатной езде 15 литров на 100. 15 литров. Угу. А при... Все на трассе. Это 20, ну, 20, не? 20 литров. Да, да. Нормально, прикольно. Так. А как вот вы считаете, по надежности, какая вот это вот лучше или это по надежности? Я по... Как... Чтобы до Голливуда доехать можно было. Ten. Вот это, да? Он есть сильник. Ага. Зresztą... Можете почекать секундку, я только скочу до дому, принесу ключики от него и тен. Угу. No. Угу. Моментик, я 5 минут. А, окей, окей. Окей. Угу. Окей. Друзья, вот такие вот дела. Такие вот машины продаются. Что, пока все. Сейчас он нам покажет дальше машину. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечная Калифорния.